Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов провел совещание с акимами городов и районов. В ходе совещания глава региона поблагодарил всех восточно-казахстанцев за терпение и понимание действительно серьезной ситуации, которая произошла в стране. Единство, сплоченность и отзывчивость граждан поддерживали на протяжении противостояния террористической угрозе наших сотрудников правоохранительных органов. Как отметил глава региона, на сегодняшний день задержано более 1000 человек. По каждому будет проведено расследование, и все экстремисты получат наказание в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Наша страна впервые столкнулась с террористической угрозой такого масштаба. Но сейчас в области ситуация стабильна, подчеркнул Даниал Ахметов. 5 января мы стали свидетелями трагических событий в нашей стране. Наше государство подверглось террористической атаке экстремистов, бандитов, и пострадали сотни наших граждан, тысячи объектов малого, среднего предпринимательства, государственные учреждения были либо сожжены, либо полностью уничтожены. Надо сказать, что благодаря активным действиям наших силовых структур у нас в Восточно-Казахстанской области не допущено подобных явлений. Хотя ситуация 5 января была достаточно напряженной, тем не менее, ни один объект, ни одно сооружение не сожжено, не подожжено. Сегодня мы работаем в спокойном режиме. Я хочу поблагодарить жителей нашей области за спокойствие, терпение и безусловную поддержку действий государства и государственных органов. Проблем с наличностью в банкоматах нет. Вместе с этим аким области поручил подготовить алгоритмы выполнения задач, поставленных главой государства. Ключевым фактором является безопасность. В ближайшее время, конечно же, мы примем дополнительные очень серьезные меры до оснащения наших силовых структур современным, мощным оборудованием, и это будет сделано в очень короткие сроки, о чем сегодня в виде поручения сказал глава государства. Сегодня промышленность Восточно-Казахстанской области работает устойчиво, с безусловным увеличением по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Работает система транспорта, работает сельское хозяйство, работает сельхозпредприятие по переработке продовольственной продукции. Сегодня работает по области все продовольственные магазины. Сегодня по области работают все банки, все отделения банков. Практически вот сегодня на 16 часов этого дня работают все банкоматы. Кроме того, важнейшим вопросом является ценообразование. Профильные ведомства должны обеспечить контроль стоимости социально значимых товаров. В рамках совещания глава региона поручил представителям АПК выработать предложение по субсидированию этого сектора. Также аким области отметил, что ни одно сообщение от граждан, поступившее за эти дни, не останется без внимания. Что касается ситуации с COVID-19, в регионе удается сдерживать распространение вируса, но нужно усилить работу по вакцинации и ревакцинации граждан. Анон Цыпула, Алтай Акпарат.